Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня идем на собачий пляж Коронадо. Это что-то уникальное. Там царит радость и летят брызги океанской воды не только от собак, но и от хозяев. Песок сегодня очень горячий. На нем практически невозможно находиться. I warned her, the sand would be hot. Yes, it is. I lived here for 5 years, I know better. Okay. Собачий пляж Коронадо предлагает круглосуточные развлечения для собак без поводка и расположен прямо рядом с военно-морской базой США на северном острове Коронадо. Припарковаться можно вдоль бульвара, но оттуда до пляжа довольно далеко, поэтому не забудьте держать собаку на поводке, пока вы переходите дорогу и идете по тропинке вдоль песка к берегу. Туалетов нет, но к югу от входа есть душ для ног. Город предоставляет бесплатные мешки для мусора на входе на трассу. Прямо с собачьего пляжа справа находится мыс Пойнт-Лома, а слева вы увидите культовый отель Дель-Коронадо. А вокруг вас собаки, много собак, и все они счастливы. В Коронадо есть много отелей, ресторанов, магазинов, услуг, мероприятий, где разрешено проживание с собаками. Патруль животных Коронадо придерживается политики нулевой терпимости и штрафует до $500 за спущенных с поводка собак. Владельцы должны постоянно следить за своими собаками и убирать за ними. Собаки должны иметь действующие лицензии и не иметь инфекционных заболеваний. Чрезмерный лай и агрессивное поведение не допускается ни собаками, ни людьми. Нельзя есть еду и лакомства для домашних животных. Я была на нескольких собачьих пляжах, но этот мой любимый. Мягкий песок, красивые виды и невероятные закаты. Собачий пляж Коронадо одинаково интересен как собакам, так и их владельцам. Этот пляж, безусловно, один из лучших в Калифорнии. Собаки любят начинать с бега и плавания на этом пляже. Все чисто и просторно. Единственная проблема в том, что некоторые люди не любят, когда собаки играют с их собаками. Следите за своим псом и читайте реакции людей, чтобы убедиться, что ваша собака не беспокоит других. Таких счастливых собак я больше не видела нигде. Национальный лес. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Когда закончите смотреть мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти на пляж, берег озера или берег реки сегодня. Будьте активны, насладитесь прогулкой и будьте здоровы. Ваша Зажигалочка.